И снова здравствуйте, всем привет. Итак, давайте посмотрим, как этот персонаж будет ехать на велосипеде. Да, по мотоциклам есть риги, машины, что там еще было? Тачки, коляски всякие. Так, теперь давайте велосипед рассмотрим. На первый кадр ставим персонажа. Postmod, английская А. Alt-G, Alt-R. Если нужно, Alt-S. Ставим, прописываем и ненужные, значит, нам кадры удаляем. Опять же, забываю за Screencast Key, пардоньте. Так, теперь, значит, Object Mode и импортируем сюда велосипед. Импорт, значит, PBX. Где он тут? Десктоп у меня, велосипед. Так, велосипед. Тройка на NumPad, делаем ему S, уменьшаем наш велосипед, а ну-ка, улетает он в бок, потому что я его не привязал, значит, как его называют, к пивоту, да? Итак, велосипед присутствует, бац. Вроде бы размер подгадан, да, теперь, значит, set origin 3D курсору. Теперь нужно посадить нашего персонажа на этот велосипед. Заходим в postmod, выбираем нашу, так, это, если мы поднимем тазовую кость. Так, да. Посадили, прикрутили, подкрутили, прикрутили, шею перекручиваем. Так, еще, значит, перекручиваем, перекручиваем. Выбираем наши, значит, руки и руки ложим на наш руль. Так, руль ушел. Печальная история. Сейчас все это дело подгадаем. Так, подгадали, опустили. Потом, если что, подровняем. Теперь, значит, R. R. И, значит, подгибаем все наши пальцы. Тройка на NumPad. Так, вот эту, походу, нужно поднять нашу полностью, вот эту руд-кость. Так. Закруглили, выбираем другие пальцы. Так, где они тут? Угу. И выбираем наши вот эти фаланги. Так, вот это, вот это. Тройка на нампаде. Тут чуть-чуть, наверное, риг сбился. Ну нет, все-таки перекручивается. Ну, побольше зажмем. Чуть-чуть перекрутим. Так, палец R. Так, это не то. Выбираем наш вот этот палец. Делаем R. И подгибаем его. Так, есть такое дело. Теперь здесь, пока я не буду ее, значит, подводить, я сразу тут подсогну. Так, это значит у нас опять же R. Перекрутка. Выбираем еще следующие фаланги. Единица на NumPad, делаем R. Еще немножко подкручиваем, выравниваем и дальше дорабатываем другими фалангами. Единица на NumPad, делаем R. Так, теперь у нас фаланга, значит, пальца идет. Опускается, значит, здесь где-то она, R тоже подкручивается, ну где-то так. Не будем заморачиваться долго на вот эту всю штуку. Так, это значит R тоже перекручиваем.
значит G. Подтягиваем, что у нас, потом руль подгоним под эту штуку. Так, выбираем наши, значит, ноги. Так, первая нога становится на нашу вот эту штуку, а вот эта нога становится вот на энту. А, не, пардоньте, это ровно стоит. А это тогда поднимается. Ну, как-то так-то, да? Угу. Английская. Так, это значит, пардоньте, еще значит R. Голова перекручивается, шея перекручивается, голова перекручивается. Где-то еще можно его чуть-чуть наклонить. Английская А. И прописали. Все, пока это базовая такая будет поза. Теперь что, смотрите. Нам нужно сделать риг для этого велосипеда. Можно риг вписать в этот же риг, если он будет только на велосипеде. Ну, давайте сделаем его отдельно. Shift A, добавляем арматуру Single Bone. Так, теперь ставим Viaport Display in Front. Заходим G. Так, G. Ctrl-Z. В Edit Mode заходим, значит, G. Ложим нашу грудь, кость. Значит, это будет... Что у нас? Так, это значит G. Пусть тоже будет ровно. Так, что еще нам понадобится? Так, к этой кости будет все крепиться. Теперь... Чтобы колеса у нас тоже к этой штуке крепились. Так, как бы это все сделать более нормально, да? Так, единица на нампаде, а ну-ка, давайте Е. Вытащим кость. Alt P. Clear Parent, тройка на нампаде, а ну-ка, G, подведем к нашему колесу, единица на нампаде, сделаем S, сделаем G, так, тройка на нампаде, поставим прям в центр колеса, постараемся, делаем Shift D, и теперь с помощью MOV отводим до следующего нашего колеса, и стараемся попасть в центр. Так. Выбираем эту косточку и вот эту. Это значит у нас будет Ctrl-P. Пардонте, нет. Одна вот эта кость будет к этому крепиться. Ctrl-P. Keep offset. Тройка на нампаде. И нам понадобится какая штука, чтобы крутился наш руль, да? Как это все делаем сделать? Угу. Вытягиваем, значит, Е косточку. Alt P Clear Parent G. Подставляем ее, значит, к этой штуке. R. Так, G. Пусть где-то тут будет. Можно еще и сделать S. Сделать побольше. Угу. И значит вытягиваем косточку. Делаем E. Все это остается. Это так. Вот это колесо вяжется к этой кости. Ну да, Ctrl-P, Keep Offset. Так, теперь руль сейчас тоже привяжем, все это привяжем. Так, вот эта штука. Значит, колеса сами.
привяжем крут кости тогда, потом. Ну и все, в принципе, что тут ничего такого нет, да? Угу. Заходим в Object Mode, теперь выбираем, значит, семерка на нампаде, наш руль. Ну, как-то так-то. Тройка на нампаде. Выбираем нашу вот эту стойку, вот эту стойку. Делаем Ctrl-J, объединение. Так, велосипед. Так, цепь можно тоже анимировать, именно как я делал. Значит, на... делаем на путь, и как вот траки были у танка, или, значит, у этого, у Валли. Вот так. Ну, пока я, значит, все это дело с этой штукой объединю Ctrl-J. Так, все это объединено, колеса будут отдельно. Значит, это колесо выбираем, выбираем, значит, наши кости, заходим в Post Mode, выбираем наше колесо, делаем Ctrl-P. Это будет Bone. Потом заходим в Object Mode, выбираем наш корпус с цепью, выбираем кости, заходим в Post Mode, выбираем Root кость, Ctrl-P, Bone. И следом нужно, значит, вот теперь руль. Так, руль у нас крепится, вся эта штука. Вот к этой кости. Так, но она будет вертеться. Это вот не есть good, не есть хорошо, да? Так, ладно. Не, в принципе, можно отключить ей какие-то связи, да? И получается, если я буду вот эту кость крутить, то все, что к ней будет привязано, да? А ну-ка, вот эту кость привяжем Ctrl-P. И полсет к этой. А ну, ну пускай остается. По примитиву пройдемся. Зайдем в Object Mode, выбираем нашу вот эту рукоятку, выбираем нашу вот эту кость, заходим в Post Mode, выбираем вот эту косточку Ctrl-P. Это будет Bone. Тогда вот эта кость в Edit Mode вяжется к этой кости Ctrl-P, Keep Offset. И получается, если мы сейчас зайдем в Post Mode, а ну-ка, семерка на нампаде, а ну-ка, R. Ну, руль, в принципе, с колесом все крутится. Нужно еще по осям потом поработать. Так, ладно, это работает. Так, если мы выбираем Root кость, все, это у нас, значит, переезжает. Так, и заходим в Edit Mode, выбираем вот эту кость, выбираем нашу вот эту Ctrl-P. Так, она привязана, но колесо не хотело двигаться за root костью, да? Потому что я его еще не привязал. Во как. Выбираем колесо, выбираем вот эту кость, заходим в Post Mode, выбираем эту косточку, Ctrl-P. Бон. Так, есть такое дело. Так, и что теперь нужно придумать? Вот эта штукенция. Вот эта штукенция. Теперь добавляем Add Mesh. Так, добавляем Empty, добавляем X-Plane. Вот этот. Делаем S. И вяжем вот этот план, значит, крут кости. Post Mode, Ctrl-P, Bone. Значит, теперь Object Mode, выбираем нашу вот эту, где педали штука, выбираем нашу Empty, заходим, делаем Ctrl-P и делаем Object. Получается, если мы выберем нашу root кость, зайдем в Post Mode, все у нас все движется, видите, да? Теперь Ctrl-Z, какая-то там запчасть осталась, а ну-ка, Object Mode, что-то тут
Хренотень какая-то осталась, но мы ее потом найдем и обязательно привяжем. Обязательно. А вот она. Так и нет. Ну ладно, не суть вопроса, без разницы. Так, теперь нам нужно настроить вот эти вот педали на нашу empty. Вот эту. Значит, выбираем педали, заходим в N-панель, находим item, смотрим локацию, идет по Y, Ctrl-Z, смотрим ротацию, Ctrl-Z, все правильно, но привязываем ее в set origin 3D геометрии. Тогда, если мы крутим, педали у нас крутятся, все зашибись. Теперь, значит, по Y настраиваем Add Driver, находим нашу Empty, заходим, правой кнопкой мыши Edit Driver находим, и X локация. Локация у нас по Y. Получается, если сейчас мы зайдем в Post Mode, выберем вот эту штуку, то видите, что она крутится не в ту сторону. Ctrl-Z. Что делаем? Выбираем нашу вот эту штукенцию, это уже в Object Mode наши педали. Заходим опять же правой кнопкой мыши Edit Mode и впереди ставим минус. Enter. Тогда, если мы выбираем нашу вот эту косточку, заходим в Post Mode, начинаем крутить, то педали крутятся туда, куда нам надо. Все, это есть. Самое интересное сделано. Теперь мы выбираем в Object Mode наше колесо. И значит, что мы делаем? Мы заходим в Constraint, находим Constraint Copy Rotation. Выбираем нашу вот эту штукенцию. Так, видите, Ctrl-Z, печалька. Почему? Потому что мы ее тоже должны привязать с Set Origin 3D геометрии. И вот это колесо, чтобы потом не запутаться, Origin 3D геометрии. Выбираем наше одно колесо и ставим вот на Enter. Все, здесь нормально. А это колесо добавляем в Constraint Copy Rotation. Тоже на нашу звездочку. И получается, если мы начинаем Post Mode крутить нашу штуку, то у нас все едет. И колеса, и вся эта штука. Да? Хорошо это все делает. Так, но все хорошо, значит, теперь, а если мы захотим, допустим, нашу вот эту штуку, семерка на нампаде, Post Mode R развернуть. А ну-ка, выбираем нашу вот эту кость, семерка на нампаде, делаем R. И проверяем. G. Все у нас крутится. Все нормально. По всем осям все у нас хорошо. Так, теперь. Вот это у нас косточка. Смотрите. Если я сейчас включу транспоз, я начинаю крутить. Так, вот она крутится, да? По этой оси. Так, Ctrl-Z. Но у нас, видите, все распадается. Вот это колесо у нас не хочет следовать, значит, вот за этой косточкой. Вот за что я, значит, и говорил, что может быть такой казус. Так. Значит, эта кость, вот эта. Пробуем. Так. Сделаем Ctrl-Z, Ctrl-Z. Я сейчас все это дело сначала сохраню, потом буду пробовать. Save As. И находим, значит, папку велосипед. Так, это верблюд для будущих, значит, роликов, где будет у нас этот караван идти. Ну, это потом. Пока, значит, вот велосипед. И получается, что вот эта штука стоит не так. Вот эта кость очень стоит нехорошо.
И поэтому она так поворачивает. Мы должны зайти. Куда мы должны зайти? Мы должны зайти в Edit Mode, удалить. Тройка на нампаде, вот эту Delete Bone кость. И добавить еще ей E. Вот такую косточку ровную. Alt P Clear Parent G. Так, G. Подставляем ее вот сюда. Так, тройка на нампаде, да? Привязываем ее опять Ctrl-P к этой косточке. И, значит, заходим. Заходим в Object Mode, выбираем нашу вот эту колесо, выбираем нашу empty кость, root, post mode, выбираем нашу вот эту косточку, делаем Ctrl-P, bone, object mode, так, вот, в принципе, что, она села, да? И тогда вот эта кость у нас должна постоянно следить за этой косточкой. Ctrl-P. Нет, вот за этой костью, вот так вот, Ctrl-P, пардонте, Ctrl-Shift-C, Rect-to. И получается, если я сейчас семерка на нампаде, начну крутить эту кость, то я ее не привязал. Так, смотрим Edit Mode, выбираем эту кость и вяжем. Так, к этой кости тогда Ctrl-P, Tip Offset. А ну-ка, Post Mode, выбираем нашу вот эту кость, а эту крутим. Ctrl-Z. Так, а колесо вообще прикручено? Так, а ну-ка. Constrained Track to отключаем. А, колесо еще не привязал. Значит, заходим в Object Mode, выбираем, почему она не привязалась. Так, выбираем кости, заходим в Post Mode. Выбираем нашу косточку, Ctrl-P, Bone. Ага. Так она не хочет тоже работать. Угу. Сейчас будем переделывать. Так, тогда заходим в Edit Mode, удалим вот эти кости. Бом. И попробуем, какая штука, значит, зайти. Так, это привязано к этой. Заходим в Post Mode, в Object Mode. Так, колесо G подставляем к нашей вилке. Где-то тут, да? Выбираем кости и заходим в Post Mode, выбираем вот эту кость. Ctrl-P. Значит, это будет Bone. И тогда эту... Так, а ну-ка, где это? Object Mode. Колесо вертаем назад. Тогда мы выбираем нашу вот эту косточку, заходим в Post Mode, семерка на нампаде и пробуем.
Будет не очень хорошо, да? Смотрите, что нужно сделать. Зайти в Edit Mode, сейчас Object Mode, тут эту штуку H скроем. Зайдем, выберем наш вот этот руль вся огня, Edit Mode. Выберем наши вот эти вершины через рентген. Тройка на нампаде, сделаем E. И значит вот сюда их подведем. Вот так вот, да? Потом добавим ребра, значит, вот эти жесткости. Так, теперь, значит, ее нужно соединить. Shift-Alt. Делаем S. Ну, а тут придется, значит, а ну-ка, тройка на нампаде, придется немножко помудиться. А ну-ка, где ты тут? Это сюда, Ctrl-M, а, M, О, M, М. Alt-Center. Так. Это тоже Alt-Center. И так далее. Надеюсь, эта штука поможет. Так, закончили мы эту трубку, смотрим тогда Object Mode, и тогда, если мы ее, это Region 3D Mass. Вот тут она аж, эта масса. Не есть хорошо. Z. Поэтому и кручение такое ненормальное. А ну-ка, если опять же Edit Mode. Так, какую-нибудь вот эту вершину делаем Shift S. Курсор тут selected. Создаем новое. Заходим в Object Mode, находим Original, тройка на нампаде, G. Так, Original поставим сюда, да? И привяжем, значит, глобально. Тогда тройка на нампаде, а ну-ка подни вот эту штуку теперь. Set Origin 3D Geometry. Ага, Ctrl-Z. А ну-ка, семерка на нампаде, а ну-ка, R. От точки она вообще шиздец крутится. Ctrl-Z. Так, а ну-ка, ладно, эксперимент. Так, теперь ротация у нее куда идет? По иксу не надо.
Вот, по Y, да? Все нормально, по Y. Оставляем только локацию по Y. Теперь, почему колесо вот это в прошлых роликах, значит, на мотоцикле все работало, а это колесо не хочет. Alt-H, вертаем все назад. Так, если у него copy rotation, да? А ну-ка. Ну правильно, она же копирует движение вот этой штуки, ротацию. Тогда, если мы сейчас ей отключим вот эту ротацию, и значит привяжем вот так, привяжем ее к рукоятке Ctrl-P Objective Transform, тогда выбираем семерка рукоятку R, тогда вот, да, все она крутится. Затупил, да, тогда получается, если мы выберем Object Edit Mode, выберем, значит, вот так вот косточку сделаем E, Alt-P, Clear, Parent. Сделаем R. Сделаем G. Подведем вот сюда вот. И вытащим отсюда еще косточку E. Тогда вот эту кость привяжем к этой, Ctrl-P и Offset. Зайдем в Object Mode, выбираем наш руль, вяжем его к этой кости, делаем мод к этой косточке, Ctrl-P. Бум. Тогда, если я начну семерка на нампаде крутить эту косточку, у нас будет крутиться руль. Но, когда я начну, значит, поворачивать вот эту вот, вести вот эту кость, то у нас не будет переднее колесо, значит, крутиться. И когда я сейчас вот это колесо, а ну-ка, поставлю Copy Rotation, и поставлю там на заднее колесо, инвертировать туда-сюда, и значит аксис по каким осям, по всем она должна крутиться, да? Поставим ей тогда локрот. Когда здесь workspace? А ну-ка, R, все, заработало, едить твою. Надо ж так же забывать такие мелочи. Теперь мы крутим, вертим, у нас все крутится, вертится, все работает. Это что за фигня такая? А, это звездочка. А ну-ка, Object Mode. Ctrl-J. Тройка на нампаде. Так, ага. Зайдем, выберем кости, зайдем в постмод А. Alt-G, Alt-R, вернем все назад, зайдем в Object Mode. И найдем мы эту звездочку. Вот она. И привяжем ее, значит, пока к цепи. Ctrl-J. Так, теперь все работает, да? Теперь нужно у нас прописать анимацию. Ну тут вот вопрос какой.
насколько она будет быстрая. Если у нас медленная анимация, то здесь вот плюс 0,473. Тут можем ускорять вот этот показатель по прошлым роликам. Поставим, давайте так, 200. Тогда, если будем вести нашу косточку в Pose Mode, вот он, видите, быстрее крутиться стал. Настольник поставим, еще будет быстрее. Ну, пока, смотрите теперь, что делаем. Заходим в Object Mode, выбираем, значит, наш вот этот риг и выбираем наш риг велосипеда. N-панель это можно закрыть. Теперь заходим в Pose Mode, выбираем нашу вот эту, значит, прописываем А и прописка. И, допустим, он едет до какого кадра? Ну, пусть так, до 80-го. Так, да, до 80-го делаем. Перетаскиваем, значит, только рут кости. Ну, куда-нибудь. Вот сюда, да? Прописываем А и прописка. Ставим 81 кадр. Возвращаемся на первый. И теперь смотрите. Нужно теперь вот эти все ноги. И, значит, руки тоже перекручиваем. Значит, как? Ох ты, тут что-то руль какой-то. Так, семерка на нампаде, делаем R. А, тут пальцы, так рука не перекручивается, да? Ну, так как-то она должна быть, вот, пусть приблизительно. Так, раз, и тут тоже так же G. Так. Вот так как-то. Оп. Так, ну и это тоже как бы так бы. Так, это значит R. И чуть-чуть еще уведем. Вот так вот пусть возьмется. Есть такое дело, значит, А и перепишем. Теперь на 10-м кадре смотрим. Так, эта нога уходит сюда, чуть-чуть перекручивается. Так, тройка на нампаде. А эта нога уходит сюда. И R тоже как бы чуть-чуть перекручивается. Так, ну, с телом что делать? Он давит на эту ногу, да? Тогда семерка на нампаде, надо, оп, чуть-чуть, где там тазовая кость или какая, вот эта, наверное, да? Семерка на нампаде, R, сюда чуть перекрутить и чуть-чуть, значит, зад как будто на сидушке ерзает, да? А, и... Дальше, 20-й кадр. Так, ну давайте сразу 40-й тогда. Тридцатый. Так, на 30-м кадре, это значит G, педаль сюда. И тут, видите, еще нужно отсоединиться вот эти вот крутилки сделать отдельно, потому что не получится на нижней точке вот эта вся штука, значит, с этим, с поворотом вот этой, как ее называют, ну вот эта штука, на которую вы давите, она должна тоже крутиться. Тогда, когда он будет подниматься на верхнюю часть, тогда будет перекрутка и ноге будет нормально. Прописываем А и
Так, здесь что у нас -то на 20-м? Поймалась она? Так, на 20-м. Вот, на 20-м тут должна крутилка быть прям под ногой здесь вот так. А N-то крутилка где? Так, R. Ну, так, так. А, И. И. Так. Так, на 40-м. Куда ты там поехал? Где у тебя там? Ага. На 40-м. Значит, это что тут? Ага. Эта педаль приблизительно тут должна быть. Это приблизительно так, да? Вот это нужно будет еще подправить. Так, на 50-м. Так, 60-й. Ну и последний 70-й. R, G. Так, это, наверное, чуть-чуть сюда. А, И. Ну и на промежуточных кадрах нужно смотреть. Видите, насколько будет нога правильно тут попадать на вот эти вот, значит, как на эти педали, чтобы потом не было какой-нибудь недопонимания. Так, тут кто у нас, видите, тоже крутить-то мы крутим, но вот она раз ушла. Так, а это должна. Так, а ты где? Не, ну это выше должна. Тоже промежуточные прописываем, и тогда будет у нас все хорошо. Так, G. Так, все понятно, да, что это происходит. Вот тут он все крутит ногами, все нормально, но значит, где он нажимает, вот здесь у него должен быть переход, и здесь он где-то должен, так, тройка на нампаде, допустим, R, так, а где тут у него, ага, G, где-то, ну, предстать, там еще что-то, так, где-то у него спина должна распрямиться, а, и получается, раз там промежуточные, значит, вот этого гражданина кости, вот этого, так, 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 Ctrl-Z, ага, Ctrl-Z. Ну, короче, нужно все это добавлять. И значит, вот если прописана тазовая кость, то вот эти, где он тут приподнимается, промежуточные, нужно удалить. И, допустим, вот здесь тоже тазовые можно delete удалить. Тогда, оп, видите, что он, как бы это все дело показать, так очень далековато. Вот он едет, едет, и раз как бы медленно пристает и опять садится. Вот, вот эта штука нормальная. Значит, здесь вот как раз. Вот он пристал. А на конечной он должен, допустим, еще больше присесть. Так.
G. Так, то же самое тогда и на первом кадре он должен, возможно, сделать то же самое. Посмотрим. Дин-дин-дин-дин-дин. А ну-ка. Оп-оп-оп-оп-оп. Ну и опять же все нормально. Ну-ка, если еще камеру на него поставить, то видите, что нет верхней точки. Вот получается, если он с первой, вот неудобно так анимировать. Раз, раз, раз. И видите, здесь вот нужно дописывать, потому что уже некрасиво. Тогда получается этот G. А это G кверху. Потом он, значит, раз у него здесь бы тоже прописать, потому что уже у анимации идет сбой. Видите? Ну, короче, все прописываем кадры, где, значит, у него нет ног. Где он не касается ног. Так, тройка на нампаде. Ну, в смысле, педали. Так, здесь вот, где он должен делать прокрут, вроде бы он его делает. Вот так, здесь тогда еще ниже, а там тогда она выше. Так, и здесь добавим динамики, тогда R перекрутка, это тогда GR перекрутка. И когда он одной ногой давит, тогда, ну, кто ездил на велосипеде, да, как бы вот у него должна анимация идти вот туда-сюда, вот так вот. Одна нога, вторая и перекрутка влево-вправо, ну, повороты, движуха, ну, понятно, да, наверное. Так. Ну, вот такая штука. Раз, все, ноги ездят, осталось дописать таз. И лучше это дело писать с первых кадров. И пошел, как сказать это? Вот раз, 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 раз. С первых кадров, короче, нужно все это дело писать. Вот можете посадить какую-нибудь девчушку тут на лесопед, там еще что-то. Удлинить анимацию. Можно записать по предыдущим роликам анимацию на месте. Эта вот анимация подходит для начала езды, в принципе, чтобы как бы вот тронулся и колеса вроде бы за педалями прокрутились. Если он будет ехать, то можно постоянную уже ставить анимацию. Давайте еще раз это дело вспомним. Так. Это тогда заходим в Object Mode, выбираем наше колесо, заходим в N панель, находим item, находим по какой оси она, значит, у нас, так, Copy Rotation отключаем, выбираем по какой штуке она, значит, крутится, Ctrl-Z, тогда и это, так, это пусть копирует, а здесь ставим по Y, тогда заходим и печатаем, так, Ctrl, так, Shift, звездочка, не номер, так, 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 что ты не хочешь, забыл, Shift, звездочка, номер печатает, значит, тройку печатает, что за фигня? А ну-ка, это драйвер. Delete драйвер. А, английский перекрутиться надо. Считалось я. Туплюнь безмерно. Фрейм.
И значит, что у косина, и значит где-то 20. И тогда, если мы у всех вот этих ригов удалим, так, удалим нашу, значит, анимацию английская А, то мы получим, значит, анимацию езды на месте, видите? Вот они, колеса у нас просто будут крутиться, и нам не надо будет уже вот эта настройка на начало движения. Так, выбираем колесо, заходим, находим фрейм, и значит, впереди, что у нас тут? Поставим минус. Тогда получится минус 20, будет в нужном направлении крутиться постоянно колесо. Если вам скорость больше нужна, то тогда выбираем вот 20 и назначаем, допустим, так, тройку. Но тут уже скорость будет вас зашкаливать. Можем поставить, допустим, 6. Вот уже прикольно. И персонаж уже может ехать на месте. Мы тут можем уже делать ему какие-то анимации, а потом пустить по пути. И в принципе, возможно, так будет тоже веселее и интереснее. Вот такая штука. Все, всем пока, до свидания.